Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить автоисправление текста. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки нашего телефона, после чего листаем вниз, пока не найдем здесь пункт, который будет называться «Общие настройки». Выбираем его. Дальше нажимаем на «Настройки клавиатуры Samsung». И у нас здесь есть автозамена. Мы можем ее включить или выключить. Таким образом, включить или выключить автоисправление текста на нашем устройстве. И на этом моменте мы будем заканчивать. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!